готовы, ребят? Выстегиваю человека. Камень, камень, камень. Что это было? Все нормально, просто камушек. Ну, больше так. Ну да. Все, все готовы? Боюсь представить. Ты переступила, да, Лёха? Да, не надо. Команда, ладно? Да. Встаем, ждем команды, готово, готово. Внимание, прыжок, ready, set, go. Прямо выпрыгиваем, окей? Угу. И все. Выпрыгивай и попробуй потречь. Попробуй. Только главное, держи позу. Держи, держи, держи. Хорошо? Угу. Ты меня держишь? Держу. Вот и здесь. Ой, как хорошо. Есть, 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 есть. Ой. Прыжок, ребят! Ты готова? Готова. Готова? Готова. Внимание, прыжок! Ready, set, go! Очередной раз. Давай посмотрим, что происходит с той стороны. Ну-ка. Есть. А теперь мы снимаем так. Опа! Держи меня, соломинка, держи. Паша! У-у-у! Ну что, пора приземляться. Херово. Ну вот, лечу я тут, лечу, понимаешь? Пока ничего не происходит. Теперь дело за следующим. За мостом 460 метров. И я это смогу сделать. Сейчас мальчики будут все спускать. Счастье есть. Держи меня, соломинка. Ага. Поменяем ракурс.
Полетели вниз. Кто-то меня ждет внизу. Что я могу вам сказать? Настроение хорошее, высота прекрасная, солнце наколдовали. Ребята довольны. Мы тем паче. Вот меня потихонечку начинает спускать. Веду видеорепортаж с высоты 250 метров. Село Эль-Тюбю. Завтра поедем на водопады по разрешению специальному. Надеюсь, что у нас все получится. Ножки какие. Опускаем. Полетели вниз, медленно, медленно, медленно приземляемся на нашу обетованную планету Земля! Летим, 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 летим. Держи меня, солнце, держи, когда вокруг штормов, длина.